Мы сегодня приготовим самый любимый суп моего гостя из Беларуси. В Беларуси-то, собственно, его и готовят. Женя Литвинкович у меня в гостях. Здравствуй! Привет! Я знаю, что это будет не совсем окрошка, холодный суп, и ты его обожаешь с детства, как ты мне рассказывал. Да, обожаю с детства. За хорошие оценки меня мама кормила. А за плохие не кормила. Она готовила специально этот суп, потому что он один из моих самых любимых супов. И в летнюю жару, когда носишься по двору, это просто бомба. Называется холодник из белых грибов. Грибний холодник, або як його ще називають холодник, один з найсмачніших супів білоруської національної кухні. Рецепт відомий вже близько тисячі років. Цей суп подається за температури 3-4 градуси і завдяки поєднанню грибів, огірків і зелені має освіжаючі властивості. Його влітку традиційно подають на білоруських весіллях. Грибний холодник подекуди називають пущинським, бо основу для нього мешканці Білорусі раніше збирали в славнозвісній Біловезькій пущі. Так, то есть вот это вот белые грибы. Это белые грибы, которые будет сегодня резать кто? Я! Надюша! Берем полкилограмма белых грибов. Угу. Можно, конечно же, заменить, прошу, я пока работаю, мне поменьше, немножко отдохните. Как? Соломочкой. Или кубиками соломочки, как вам угодно. Потому что ваши руки все равно красиво сделают, я уверена. Она сегодня в настроении. Слушай, ну если как на окрошку, то кубиками. Ну давай будем кубиками. Давай. Угу. Можно заменить шампиньонами, они подешевле, и можно найти в каждом магазине. Но я вам скажу, не советую. Все же будет вкуснее из белых грибов. Или же, ну вот лисичками тоже особый вот вкус получается. Сушеные можно размочить на 2-3 часа поставить. Их. Потом поварить чуть дольше, может часок поварить их. То есть, допустим, если свежие, то можно варить там их, ну, полчаса. А если они сушеные и вот размокли, ну, лучше часок. А отвар-то нам понадобится? Конечно, отвар – это то самое-самое, что делает весь вкус нашего прекрасного холодника. Слушай, так это получается, что это грибной суп, только холодный. Только холодный. Он и питательный, и, во-первых, для фигуры, для талии, особенно моей, очень подходит. Берем дальше. 400 граммов куриного филе. Мы его отвариваем в подсоленной воде, добавляем туда корень сельдерея. Также петрушечку и подсоливаем минут 20, это варим. Но бульон не выливаем. То есть у нас получается два прекрасных бульона. Грибной и куриный. Это один раз блюдо приготовил, и можно есть неделю. Куриное филе тоже нарезаем соломочкой. А я кубиками же упросила тебя резать. Будем кубиками. Все для тебя, Надюша. Все у нас для тебя. Кубиками. Так, так, так. Огурцы, пошел. Филе кубиками. Все для тебя. Я написал песню, которая вот сейчас пытается завоевать хит-парады в Украине, да и не только. Она называется «К тебе, Надя». Ну, «К тебе, Надя» — это подпольное Надя название. Надя — это, да, это уже глубинный смысл. Да. Ну, у меня же мама Надя. Мой партнер... мама Надя? Да вообще. Класс. Надежда. Надежда. Да. Компас. У меня теперь уже два земных компаса. Один по кухне, другой вообще по жизни. По жизни. Так что, спеть немножко? Да. Какие-то смешные километры разделяют нас с тобой. И это смешное пространство стало бетонной стеной. Голову задравший, стою на тонущей корме. Духи, судьба, боги, дайте же повод мне к тебе. Да поскорее к тебе, хоть на немного к тебе. Ну что, как там с грибами дела? С грибами все, хорошо, сюда? А как итак, с личной жизнью? С личной жизнью все прекрасно. Я понимаю, что мама самая дорогая, это любимая. Это самая жизнь, личная. Но эта песня, ну, как будто бы о девушке. Я сочинил эту песню, уезжая из Украины после «Украина моя талант». Мне так что-то стало горестно, грустно. Так что можно сказать, что это пою песню всей Украине, к тебе. Ну дай же повод, и он мне дал X-фактор. Еще один повод приехать в Украину. А яйца тоже резать, да? А яйца потом не трогаем руками. Не трогай, яйца. Я хочу что-нибудь еще порезать. Порезать? Давай огурец кубиками. Я сейчас, в тот момент, когда ты нарезаешь огурец, я беру немножко зелень, петрушки, лучка, укропа. Я все это меленько сейчас нарежу
и сложу вот сюда в мисочку и посолю, чтобы оно пустило немножечко сок. Ты хочешь сказать, что ты из тех молодых людей, которые будут вести себя так? И есть любимая, уже, как говорится, и на курорт вместе поехали, а поклонницам, чтобы их не обижать, я буду говорить, никого у меня курорт? Нет, мое сердце свободно. На какой курорт? Это ты говоришь про всеукраинский тур, в котором тебе не придется отдыхать на самом деле. Ну ты ж вот, когда у тебя появится избранница, ну такая сердечная, ты же сразу ко мне и все расскажешь. Да я сразу же скажу. Знаешь что, может быть, ты еще там не до конца решила, но я уже решила, надо идти к Наде. Ну надо Наде сказать. Она должна знать первой и рассказать, вещать. В принципе, раз маму зовут Надей, то можно ко мне вести, да, знакомиться. Я а же так как у меня Надя. Еще средняя минус 5, так я особо не различу. Как минус 5? У тебя с детства? Ну, с детства. У нас это семейное. У нас все. Мама, сестра, отец, все были в очках. А ты близорукий же, да? Близорукий. Я могу сейчас нарезать еще немножко мяса. И потом руки. Я тоже близорукая. Слушай, а у тебя тоже такое? Вот ты идешь, например, по улице. И никого не узнаю. И видишь, какие-то пятна тебе навстречу. Эти пятна вот так вот делают. А потом ты приходишь куда-нибудь, и там встречаешь свою подругу или друга, который говорит, ты вообще уже зазнался, да? Да, мне постоянно так говорят. А тем более сейчас. Ой, вообще звезда во лбу, а я всего лишь иду и ногой землю нащупаю. Берем еще сельдерей также в зелень. Угу. Ой, мне так нравится идея использовать сельдерей. Сельдерей же вообще, он тоже стройнит, и он очень полезен. Тоже... Да, нет. Стройнит, он же низкокалорийный, и там столько всего полезного. Столько всего, что прям вообще. Короче, супы летом... Очень полезная штука. Зимой, наверное, не настолько полезные супы. Ты знаешь, что тут мнение расходится. Есть люди, которые вообще говорят. Вот у меня сын, например, ну вот уже вот вырос, и когда стал сам решать, что он будет есть, он набрался вот этой американщины и говорит, в супах ничего полезного нет, все вываренное, понятно? Но мать ему сказала, знаешь что? Ешь, что хочешь. Вот ну, так. Вот я ему сказала, уже ты большой. А вообще у нас... Славянская традиция, что супчик это очень хорошо и супчик, полезно. Супчик, ой, это же вообще. А я когда приехала в Украину, первым делом я попробовала, конечно же, ваш знаменитый борщ. Борщ. Подожди, а что в Беларуси вместо борща? Вы же не может быть, чтобы ну, не было борща. Мы тоже готовим борщ. Ну, как бы, это больше ваше традиционное блюдо. Куда? Я буду, я как Золушка буду выбирать сельдерей из огурцов. А почему нельзя так? А потому что надо, чтобы зелень пустила сок. Мы сейчас посолим это все, и зелень пустит сачок. Давай все-таки это будет новый усовершенствованный надеждой рецепт. Часть сельдерея будет тут, свеженького, а часть вот тут. Подмаринованного. Еще лучка надо немножечко. Это тоже порезать? Да, конечно. Так, и так у нас три огурца. Ну, можно там, например, 4, да? Тут, я так понимаю, строгой рецептуры нет. Это все дело вкуса. Кто-то любит пожиже, кто-то любит по... Не жиже. Зелень в отдельную и лук тоже туда же в отдельную, да? Да, да. Угу. Это мы сюда сейчас посолим, оно пустит сок. Это, ну, очень такая приятная деталь все же, когда это особенность холодильника. Особенность, да. Угу. Слушай, а где же вот сам бульон, которым мы будем заливать? В холодильнике? Бульон мы, конечно же, приготовили заранее. Угу. Он в холодильнике остывает. Лучше всего, когда он такой плюс 3, плюс 4. Здесь просто уже зелень стоит, мы ее отставим, чтобы она не дурила нам голову. А вот так подмять ее, чтобы этот аромат был, который... Конечно. Да? Что-то я как-то читаю сегодня твои мысли. Какая-то вот пошла... Между вот... нами вошла связь. Да, да. По-моему, вы наконец-то начали, Наденька, на меня обращать внимание. А расскажи. Скорпион я просто. И это мне подарили... Не может быть! Да ладно. Да. Все, мы родственники. Решено. Какого? Ты точка. Ты какого? 4 ноября. А я 15-го. Да прям. Ну. Я еще в год собаки. А ты? Не скажу, а то посчитаешь. У меня же тройка по математике, может говорить. Все сделали? Ну что, достаем наш бульон. Бульон у нас из курицы. Из курицы. И из грибов. И из грибов. Сначала достаем грибной. Ого, какой крепкий бульон. 1,5 литра, если воды взять, и 0,5 кило грибов, то вот такой хороший получится, да? Да. Ну, если вдруг недостаточно, вдруг много накрошили, да, можно как раз-таки взять, немножко долить того самого куриного бульона. То есть грибной все-таки основной? Конечно. Он потому что не такой жирный, а когда холодный суп и жирный, это не очень хорошо. Вливаем! Эх-эх-эх-эх! Хорошая песня вот эта. Нет, ну нужно в хорошем настроении готовить. Ни в коем случае нельзя грустить, иначе все пойдет на смарку. Еще? Как ты любишь? Нет, хватит. Хватит? Чтобы вот осадок, который там есть... Осадок пусть остается на душе у наших врагов. Мы засыпаем нашу замаринованную, слегка подсоленную зелень.
А, вот так прямо. Досаливаем. Что это, квас? Ты что? Пиво? Это наш крепкое. Замечательный грибной отвар. Солим, перчим, можно немножко сахарку. Это уже по вкусу. Сахарку? Каждому. Да, оно не даст немножко такой мягкости, все же сахар. Прям даже хочется попробовать. Вот он сахар, чуть-чуть мы буквально, совсем капельку. И столовую ложечку лимонного сока. Но это будет вообще... Ай, можно так. Хочешь? Давай мерить, давай. Пробуй, точно лимонный сок? Ой, я уже показывала этот эксперимент. Вот дай вот сейчас. Вот ты, ну ты просто же нарвался. Вот бери ложку. Вот бери ложку. Сейчас вот посмотрим, у кого не изменится выражение лица. Это нельзя, это вообще вредно. Ничего это не вредно. Это сплошной витамин С. Смотри на меня. Давай. Готов? Да зачем? Вы же знаете, я это могу. У меня и так больше. Давай. Погнали. Смотри на меня. А печень не откажет? Нет. Смотри на меня. Коньячку бы к лимонному соку. Что, надо пить? Ты проиграл. Он проиграл. Что сделать с яйцами? Разрезать пополам? Мы берем яйцо и напополам. Это как но для... сразу не будем сейчас кидать, а мы уже нальем и так аккуратненько. Наливай, наливай. Для красоты. Угу. Бахнем. Сначала возьмем гущи, чтобы нам потом понимать, как сколько нам надо водички. Чик. Угу. Столько хватит? Да. Не знаю этих тощих. Ой, какой изысканный комплимент. Как говорят, для нормального кота и в июле-март, так я весь в комплиментах. Ого-го. И по половиночке красивенько в середину. Серединку? Да. Опа! Холодник получился таким красивым, наверное, необыкновенно вкусным. Мы обязательно попробуем, а я расскажу, как мы его готовили. Для приготовления грибного холодника вам понадобятся грибы, стебли сельдерея, яйца, соль, сахар, огурцы, зеленый лук, петрушка, укроп и лимон. И отварная курица. Грибы нужно отварить на слабом огне в течение получаса, оставить грибной навар для заправки холодника. Отваренное мясо нарезать кубиками. Предварительно подсоленную зелень измельчить, порезать огурцы. Мясо, грибы и овощи смешать. Соль, сахар и перец добавить по вкусу. Залить все грибным бульоном. Холодник подавать охлажденным. В серединку каждой порции положить половинку яйца. Пробуем? Да. После лимонного сока, что он был такой сытный, что я наелся. Да, скажи. Мало соли. Не влюблен. Так давай ты досоли, чтобы не кривился, когда пробуешь. На случай, если мало соли... Можно взять маракас. Я тебе вот от щедрого сердца. И себе. И вот теперь, когда я добавила соли, попробую. Насолила мне, подруга. Но я уже ощутила, насколько приятно холодный грибной бульон. Это очень вкусно, очень полезно и класс. И на фигуру не влияет. Хорошо. Дай похвалю этот холодник, который мне действительно понравился. Потому что он так освежает, а при этом вот этот вот приятнейший грибной привкус делает его совершенно не похожим ни на окрошку, ни на любые другие холодные супы. Я считаю, это просто для нас с вами открытие. Вот, может быть, в ресторан? Ты знаешь, я думаю, это да. Это да? Да. Отлично. Нужны же деньги на ресторан. Так вот, капуста тебе. Это заметно, что это капуста? А вот, правда, капуста есть. Это очень красиво. Спасибо. Жень, ты человек успешный, смело могу сказать. Спасибо. Талантливый. Знаешь, чего хочешь. У тебя есть рецепт, как сделать в жизни так, чтобы все было хорошо? В день постарайтесь делать 3 добрых дела. Всегда не скупиться на спасибо и пожалуйста. И я вас уверяю, все будет потрясающе. Спасибо и пожалуйста. Вот одно уже заработал. Приходи еще ко мне в гости. Было очень приятно с тобой сегодня встретиться. Оставайтесь у меня в гостях.